получается, что вскрытие состоялось. Блоков. Наши специалисты вскрыли. Раз, два, три, четыре блока. Это эволюция развития блоков плазменного комплекса. Что это напоминает, Александр? Хороший вопрос. Эволюция научного коммунизма. Очень похоже. В четырех словах эволюция научного коммунизма звучит как борода, бородка, усы, брови. Брежнев. Все. Значит, ну, видно, да, тут по потрохам, по нашим все это. Это ОПЛАС 02М. И вот если мы посмотрим, то печатная плата стеклотекстовид, тут куча печатных плат. Кстати, есть еще одна вариация, одна вариация этого блока, но, по-моему, мы видели с вами, да, мультипласт. Мультипласт видели. Там сколько? 22 подстроечника, 14 плат. А вот последнее изделие, ни одного подстройщика и три платы. Ну, он существенно уменьшился, видимо, и в весе. Да, это вот. И самое главное, что эта технология, она была доступна еще в конце прошлого века. Можно было делать уже. Печатные платы делать и так далее. Вот посмотрим на практике, к чему это привело. Взвесим облачки. Давайте. Смотрите. Весы включились. Да. Начинаем с первого. Первый, да. Первый. О, 3,4 килограмма. 3,4 – это весьма внушительно. Ну, да, достаточно солидно. Ну, мощность у него, у этого изделия, ну, где-то 600-700 ватт. Поэтому достаточно это самое. Ну, в принципе, мы видим тут упаковано, да, до безобразия все. Дроссели там всякие, там все тут очень много набито. Выводной монтаж, вот он видно, да? Выводной монтаж видно, да? Тут напаяно очень солидно. Вот с этой стороны видно тоже выводной монтаж. Ну, то есть, насколько я понимаю, при таком виде монтажа и большом обилии компонентов, если что-то выходит из строя, а, соответственно, шанс этого увеличивается, когда очень много компонентов, то весь прибор перестает функционировать. Да, и мало того, что себестоимость работ таких выводных монтажей – это дорогая вещь, дорогое удовольствие. Плюс в ремонте разобрать и что-то сделать с этим блоком, достаточно трудоемко. Давайте мы его отставим. Мы уже запомнили, что он 3,4 килограмма. Так, перезапустим весы. И посмотрим дальше. Следующий блок. Блок это плазма 2007. Производство завода Элеон. Смотрим. 2 килограмма. Этот блок существенно легче. И даже визуально он не такой упакованный. Да, и те же самые 600-700 ватт мощность максимальная. Даже больше не дашь. И вот мы видим, вот он, да, что он выполнен уже более компактно. У него уже практически нет выводного монтажа минимум. Ну, трансформаторы видим, моточные узлы видим. Да, вот оператор покажет сейчас, что он намотан. Тут у него моточные узлы есть. Тоже убираем в сторонку. То есть фактически в ветке эволюции данный прибор уже намного более совершенен, да, и удобен для пользователя. Удобен, да. А теперь берем следующую эволюцию. Это уже блок мощностью 2 киловатта. Там было 600. 600-700 ватт максимум. Да, это 2 киловатта. Форм-фактор при этом не изменился практически. Да. Смотрим. 3, ну, считаем 3,3 килограмма. Вот, ну относительно по массе, он удельно на 1 киловатт, у него масса уменьшилась на 1 киловатт. Но если мы посчитаем
Ну, это... ну, если первый блок, который мы рассматривали, весил 3400 и был мощностью 600 ватт, то данный... А тот 2 киловатта, ой, 2 да. килограмма. Да, на 600 ватт. 6, а этот должен был весить 4 с лишним, да, килограмма. А он весит, тем не менее. Но мы видим, что здесь уже выводных элементов, ну, их практически нет. Практически нет. Что здесь интересно есть? Здесь вот раз, два, три моточных узла намотанных. Вот оператором покажем. И вот чем отличаются эти три моточных узла? Ну, как минимум размером. Первое. А второй этот намотан проводом, а этот лентой. Угу. Медная лента. Поэтому это мотанное по разным технологиям все-таки. Потому что это вот пленка видно уже, ну вот, наступает. А что подобное решение дает в эксплуатации, при обслуживании, вот весь спектр, для чего это решение было применено? Ну, если смотреть по классической науке, как описывают, по трансформаторам, намотка ленты позволяет уменьшить там, поля рассеяния, всевозможнейшие там токи, и так далее, потому что все-таки это в этих устройствах трансформаторы-то высокочастотные, они работают на частотах сотня, две сотни килогерц. Uh-huh. Это 200 килогерц, достаточно высокая частота, там 60-80 килогерц. Но тем не менее, плотность тока в этих обмотках низкая. И вот здесь мы плотность тока довели до величины 0,4 ампера. 0,5, 1 ампер, а для меди 4 ампера нормально, на миллиметр квадратный. Но понизили, греются. То есть фактически получается результат недостаточно? Нет, результат то есть, но вот утверждается, что если вы хотите уменьшить потери в меди, в обмотках трансформатор меди, да, необходимо увеличить ее сечение, там, принять меры против там, тока, тонкими пленками. Пожалуйста, мы все сделали. Но результат неудовлетворительный. Удовлетворял до некоторого этапа. Uh-huh. Потому что все-таки, ну, не совсем хорошо. Это не совсем хорошо. Мы искали дальше решение. И с учетом того, что вот все эти трансформаторы, дроссель, они намотаны на ферритах высокочастотных фирмы Эпкос, которые позволяют работать до 200 кГц. Ну, мы в данном конструктиве выдавили все, что можем было. А то есть фактически прибор для рядового пользователя полностью был функционален, выполнял свои функции, работал, не ломался, но сама конструкция еще имела потенциал для улучшения. Мы искали, как можно было улучшить. И так и нашли. И самое удивительное, что то, что мы нашли, могло быть реализовано и в самом начале. Меньше забивали дурью себе голову, то, что прописано в некоторых учебниках. Uh-huh. Вот, и, ну, больше думали головой, быстрее бы, медленно думали, товарищи. Хотя этих блоков выпущено было несколько партий. Вот. Зарекомендовали они себя неплохо, но тем не менее. Значит, мы здесь, сколько было, два, давайте проверим еще раз. Вспомним. 3,2. Не. А сколько? Не 3,2. 3,3. Нет, 3,2. Да, 3,3 килограмма. Угу. Подставляем этот блочок тоже. А теперь берем последний блочок и взвешиваем его. 2,97. Получается 3 килограмма. То есть фактически мощность осталась прежней, насколько я понимаю, 2 киловатта. Форм-фактор тот же самый. Даже от конструктива, если мы посмотрим, да, он практически мало чем изменился. Есть, конечно, кое-что, что серьезно бросается в глаза. Конденсаторы здесь. Фильтр сетевых помех здесь, фильтр здесь. Дроссель здесь. Плата шима. Где плата шима? У нас вот стоит. А здесь она стоит в другом месте. Вот установлена. Плата управления здесь и здесь стоит. Но
большим отличием является трансформатор. В данном трансформаторе, и даже как простой пользователь, я не наблюдаю обмоток. Ну вот у нас и получается, что здесь обмоток вот сколько, а здесь... Их вообще нет. Не видно. Значит, получается, что у нас фактически на 300 грамм, 200 там с лишним, ну 250 грамм меди в каждом изделии меньше. Соответственно, и стоимость, я так подозреваю. Себестоимость, да. Но еще учитывая, что здесь, вот видите, радиатор легенький. Uh-huh. А здесь, смотрите, какой большой радиатор. Да, он увеличил себя. Ну, масса. Поэтому, на самом деле, здесь где-то порядка 400 грамм меди экономится. Uh-huh. На вот этом устройстве. Но при этом она не греется. А тот факт, что радиатор стал больше и более массивен, может быть, это тоже влияет? Нет, на этом радиаторе установлены транзисторы. Мы просто за счет вот этого выиграли. Смотрите, выигрыш какой. Если здесь раньше применялось два радиатора, здесь применяется один радиатор уже. И вот технологичность сборки одного и второго устройства, она очень сильно разнится. То есть фактически при массовом производстве серийном сборка данного комплекса, она более удобна и можно производить ее с теми же затратами по усилиям? Меньше. Больше, ну, себестоимость меньше. Потому что мы здесь вот выкручиваем 4 винта, и у нас весь этот модуль отсюда достается. И вот дергаем несколько разъемов. Так что достаточно просто. И тут же, вот видите, третий радиатор еще стоит. Да, вот а здесь его нет. А здесь его нет. Поэтому все это убирается. Потом головой поработал, мы сделали более совершенное изделие. Но стало это возможно благодаря тому, что мы сделали определенные шаги и понесли определенные затраты для изготовления оснасток и подготовку. Потому что вот это... На самом деле тут два трансформатора, не один, а два. Это трансформаторно-диодно-каскадная сборка, скажем. Вот мы его в таком виде. Это вот чисто трансформатор без дополнительного веса. Один и второй трансформатор. Вот. Для того, чтобы его можно было произвести, нужна была оснастка. Сделать эти вещи вот, пружинные. То есть оснастка для изготовления корпуса и в целом? Ну, для сборки, да. Плюс еще надо было подготовить фотошаблоны, платы, испытать, отработать всю конструкцию. И вот как следствие, сейчас я, наверное, смогу показать. У нас получилось, что мы выпускаем обмотки, мы их не мотаем, а мы их выпускаем. Вот у нас обмоточки получается, вот они. В каждом трансформаторе три обмотки. Значит, вот здесь вот выходная обмотка, а здесь первичная обмотка и откачивающая обмотка. Поэтому здесь на самом деле три обмотки. А из какого же они материала выполнены? Они выполнены по технологии многослойных печатных плат. Здесь у нас медь 100 микрон. То есть фактически ее. Ну, смотрите, 0,1 мм на 5 мм. Это 0,5 мм квадратных здесь. А токи у нас протекают здесь. Ну, 10 ампер номинал. В пике порядка 30 на 0,5. 30 ампер на сечение 0,5. Это 60 ампер плотность тока. На миллиметр квадратный, 50-60 ампер на миллиметр квадратный в этой обмотке. А там другой, там вообще до 75 доходит и не греется. То есть фактически мы ушли от того, о чем говорили в учебниках, и пошли не путем увеличения сечения и количества меди, а наоборот уменьшения. И результат оказался очень интересным. Очень интересный результат. И надо было просто подумать, что, уважаемые, мы же достижение низкой плотности тока – это не самоцель. Самоцель – это снижение сопротивления обмотки, на самом деле. Вот здесь мотаем, обмотка длинная, здесь короткая. Поэтому вот здесь удельное сопротивление меньше обмотки, чем здесь. Очень интересно. И все. А можно ли добиться таких характеристик без применения данной технологии?
попробовать. Но дело в том, что можно было, конечно, и вот этот дроссель разместить здесь тоже. И убрать и эту деталь. Но мы уже не сочли это необходимым. Перспектива развития есть. И что еще смотрите, обратите внимание, вот даже перемещение вот этой планки сюда, в это место, позволило упростить обслуживание и сборку, и тестирование. Существенно, это видно и наглядно. Наглядно. Дешевле в производстве, меньше деталей, меньше материала, лучше работает. И что, надо было уйти вот на эту технологию. То есть фактически можно сказать, что у этой технологии есть большое будущее и, я думаю, огромное количество сфер для применения. Ну, из области электроники, печатной платы, потихоньку перейдут в область электротехники. Потому что тот же симбиоз электротехники и электроники. Так что это силовые вещи уже совершенно другое дело. И самое главное, это все технологично. И собрать вот этот трансформатор, это вот поставить там вот эти вот прокладочки, печатная плата, один филет, второй накрыл крышечкой, вот эти две скобки поставил, модуль готов. Или же намотать этот трансформатор и собрать, и потом смонтировать. Тут двумя винтами прикрутили к плате, все стоит. А здесь же он на ножках припаян. И при ударах, если будет вот уронили или еще что-то, то... Да, может быть, поломка. Отломают выводы. И я задаю себе вопрос. Зачастую нам говорят, что там прогресс и так далее. Извините, вот эти печатные платы уже делают очень давно, на столетии, еще в прошлом веке делали. Но какой же я дурак, что не применял эту технологию. Фактически все технические средства, возможности и даже все знания, было. Все было. Ну, не я один, но это не утешение. А теперь я скажу еще одну вещь. А какое-то отношение имеет вот к обычным людям пользователям? Это им доступно тоже. Самоделка в конструкциях, это же тоже доступно. Тем более, что заказать печатные платы сейчас проблем нет. Ферриты купить, особенно для москвича Митина. Но есть одно «но» небольшое. Что спроектировать вот эту плату оптимально, это не такая простая задача. И чтобы она отработала на пределах возможностей и так далее, это уже задача очень интересная. Плюс подготовка, это печатных плат, это либо заказывать кому-то на сторону, либо самому надо владеть пикадом и специальными программными продуктами, которые позволят проектировать. Поэтому первоначальные затраты очень велики. И самодельщик что он сделает? Возьмет бухту проволоки, каркас, намотает, сделает, поставит. Пока говорят в гараже, да? Вот это не гаражная технология. Это вот в гараже не сделаешь. Это в гараже уже не сделаешь. Это уже высокие технологии. И чем отличается все эти блоки от этого? Это не гараж. И вот, чем больше технологическая проработка, чем больше технологическая подготовка сделана в плане оснастки, потому что это что же оснастки, штамповать и так далее, тем более совершенные изделия мы можем выпускать. Насколько я понимаю, опыт в решении подобных задач имеется колоссальный, как минимум, примером может послужить данный блок. Компетенция. Да, и есть. Не только данный блок, а этим видео мы показали эволюцию развития одного изделия, ну, принципиально, скажем так, одного изделия от начала зарождения идеи и демонстрации ее в рабочем состоянии применительно уже вот к тем задачам, к которым она задумывалась, и уже действительно прибор, который... Ну, если и не совершенен, то значительно повысил свои качества, да, свойства эксплуатационные и в том числе производственные, что немаловажно. Абсолютно. Ну, получается, борода, бородка, усы, брови. Но надо отдать должное, что не мы первые планарными обмотками занялись, занимались, и другие.
товарищи, но в основном для менее мощных устройств. Сейчас, да, сейчас уже все это пошло. Это пошло, обсуждается, очень много проектируется. Есть форумы, посвященные этим делам. Но нет одного форума. Нашего, который накрылся сейчас по электрическим машинам. Речь о myfor.ru. Да. Там с провайдером что-то, но даже не это главное. Главное то не в этом, а главное в том, что эта технология от трансформаторов должна шагнуть в двигатель машины электрические асинхронные вращающиеся. И все это время хотел задать вопрос, да, когда же вам, можно ли? И в этом перспектива, и в этом направлении мы движемся. Поэтому, когда задают вопрос, почему не в гараже, почему не в сарае, почему не на кале? Видели отличие? Колено, сарае. И если здесь дать панорамный вид по этому помещению, я думаю, тут увидят много блоков стоящих, которые собираются в последней партии гаража, мы снимаем с производства, потому что этот модуль надо либо уже, исходя из современных пониманий электроники, сделать еще удешевить и упростить, и, соответственно, горелку с учетом наработанного опыта, либо это остановить. Все. Потому что вот этот блок 10 лет живу исправно, служил людям. И были даже случаи, когда позвонили мне, спрашивали, я говорю, Дмитрий Александрович, я вот блок уронил, ведро с водой. Так уронил. Ну, он включен, выключен, работающий. Я что? Не, говорит, я его выключил. Да, можно ли им работать? Я так думаю, не понял. Говорит, ну я его воздухом продул, включил, он работает. Дальше можно не работать? Так уже же работает. Наверное, если работает. А почему? Потому что вот здесь особенно незаметно, но на самом деле платы скрыты тонким слоем лака УР. И он защищает от воздействия влаги и агрессивной среды. То есть это специальный какой-то лак? Да, да. Он применяется в военных продуктах, когда он хорошо защищает от влаги, поэтому электрических разрядов, пробоев там не произошло. Продули, работает. И опять же, я думаю, внимательные зрители возьмут это на заметку. Ну, кому-то может это и пригодится, надеемся. Потому что мы должны были остановить эту продукцию. Дальше мы сейчас реализуем проект электрических машин. Наработанный опыт уже имеем возможность там применить. И компетенцию. И уже просто так не получится. Не получится. То есть фактически для создания подобных технологий, а главное их внедрение, все же необходимы соответствующие мощности. И не только мощности. Ну вот представим себе, мы взяли двигатель, намотали что-то не так, выдернули обмотки там по-новому, положили там, проводом подмотали. А теперь представьте, если мы сделали фотошаблоны, заказали там партию этих самых, специальное железо, все остальное поставили. Не так. Вот это проблема. Дорогая. Вы представляете, объем затрат, да, какой. И поэтому, когда говорят, что это там, вы не тем занимаетесь, не так. То есть, как раз если вернуться к истории комплекса Горыныча, можно сделать вывод, что при серьезных затратах на создание оснасток, подготовки вот как раз таки технологии, необходимые разработки и так далее, можно получить достойный результат, да, который будет сохраняться в года. Да. А если, скажем, ну, не прибегать к подобным путям, то далеко, скорее всего, изделие вряд ли уйдет. Ну, это точно так же, как детей надо в образование, профессиональную подготовку, надо вкладываться, потом дальше. Точно так же и в технологии, это дети. Поэтому вот Горыныч, он не только дал средства для развитие проекта и старта его, как в виде краудинвестингового проекта. Но на нем еще отрабатывались технологии. И методологии, и все остальное прочее. Поэтому этому изделию надо памятник поставить. Да. За сим поставим много точек. Да.